Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Мы на нашем канале часто говорим об альтернативных способах борьбы с болезнями и вредителями растений. В том числе эти способы включают использование различных компонентов фитонцидных, антимикробных и антипаразитарных растений. К одному из таких растений относится гранат. Гранаты являются очень распространенными на территории и бывшего Советского Союза в этих странах, да и вообще в мире любят этот фрукт. И это правильно, потому что гранат очень полезен. Он славится пользой для тех, кто страдает от диабета. Он содержит множество витаминов, флавоноидов, антиоксидантов и так далее, и так далее, и так далее. Но сегодня мы поговорим как раз о том, какую пользу гранат может принести нашему саду и огороду. Нам понадобится не столько плоды граната, зернышки, которые сочные внутри, сколько кожура граната. Для наших целей подойдут также и вот эти вот белые пленочки, которые находятся внутри, и белые перегородочки. Все дело в том, что кожура граната содержит очень значительное количество дубильных или танниновых веществ. До 1/4 сухой кожуры граната составляют эти самые дубильные вещества. Многие фитопатогенные грибы и бактерии очень боятся высоких концентраций этих дубильных веществ. Именно благодаря наличию дубильных веществ корка граната обладает и целебными свойствами для человека. И настоями полощет рот от заболеваний десен. Это очень хорошо при каких-то пародонтозах и подобного рода заболеваниях, как вспомогательное лечение. Отваром корок гранатов очень хорошо полоскать горло при ангине, при каких-то подобного рода воспалительных заболеваниях, в том числе инфекционной природы, при стоматитах. Конечно, он не заменяет основное лечение, однако же помогает организму справиться с этими инфекциями. И в саду гранат нам очень-очень поможет. Кроме того, что он содержит танниновые вещества, корка граната содержит значительное количество урсоловой кислоты. Урсоловую кислоту содержат многие растения, и яблоко, ну и другие привычные нам растения. Однако в корке граната урсоловая кислота накапливается в особенно больших концентрациях. Это вещество знаменито своими антимикробными и антифунгальными действиями. Кроме того, в корке граната содержатся вещества, которые способны отпугивать вредных насекомых. Еще древние римляне использовали корку граната для приготовления порошков, а также настоев с целью отпугивания насекомых. И этот способ работал. Многие, и в моем детстве это было, принимают корки граната внутрь в виде отваров и настоев против заболеваний живота при поносах и подобного рода заболеваниях. В принципе, с какой-то точки зрения это оправдано. Почему? Потому что, как я уже сказал, корка граната содержит множество танниновых веществ, а они обладают крепительным действием. С другой стороны, корки граната содержат очень много различных токсичных алкалоидов, поэтому передозировать эти настои, водные отвары, очень легко. В этой связи данный способ лечения таких вот каких-то инфекций кишечника, является уже таким устаревшим, и не стоит его применять бесконтрольно. Все-таки это может оказаться опасным при передозировке. А вот эту дозировку соблюсти достаточно сложно. Почему? Потому что по содержанию алкалоидов разные сорта различаются граната. В зависимости от того, как долго хранился гранат, изменяется его химический состав. Отдозировать это достаточно сложно. Поэтому лучше не применять этот метод для лечения. Кроме того, считается, что гранат помогает против глистов,
как глистогонное средство. Это и правда, и нет. С одной стороны, основной глистогонный компонент кора граната не найден там. Основной этот компонент содержится не в корках, а в коре граната. Из-за того, что корки и кора являются созвучными растениями, и пошло заблуждение, что основное глистогонное вещество также содержится и в корках. На самом деле нет. В коре и главным образом не в коре ствола, а в коре корней. Поэтому эффективность вот этого метода изгнания глистов с помощью кора граната является не очень эффективным. С другой стороны, именно благодаря алкалоидам проявляется и глистогонное действие корок. Но, как я уже сказал, алкалоиды являются высокотоксичными веществами. И в высоких дозах, которые обеспечивают глистогонный эффект, являются также и токсичными для организма. В этой связи соблюсти вот эту маленькую границу между тем, когда корки будут все еще эффективны, или уже они перейдут в область токсического действия, достаточно сложно. Поэтому и против глистов я не рекомендую вам использовать корки гранат. Однако же, эти алкалоиды могут нам очень помочь в борьбе с почвенными нематодами. Почвенные нематоды избегают этих алкалоидов. И если уж не убирают массово, то по крайней мере количество пораженных корней, например, у огурца при применении экстрактов корки граната для обыкновенных поливов, существенно снижается вот это количество повреждений и поражений. Что с учетом практически полного отсутствия химических мер борьбы, за исключением препаратов типа Актофита и других подобных, можно сказать, что это очень хорошее подспорье для борьбы с подобного рода заболеваниями растений. Итак, содержание танинов, содержание урсоловой кислоты и содержание алкалоидов обеспечивают нам хорошее такое перспективное применение кора граната в саду и огороде. Как же его применять? Для того, чтобы приготовить отвар кора граната на одно ведро воды, нам понадобится 5 корок вместе вот с этими белыми пленочками и всеми внутренностями, за исключением съедобной части. Их эти от гранатов среднего размера. Их можно высушить, их можно заморозить. Не имеет значения. Все вещества сохраняются там, которые нам необходимы, и в том, и в другом случае. Когда вы накопите 5 вот этих отходов от граната, после того, как съедите съедобную часть, вам нужно их как следует выварить примерно в 1 литре воды. Вы можете варить их примерно час на очень маленьком огне, почти чтобы это была водяная баня, чтобы почти там не было кипения. То есть положили в кастрюлю, залили водой, поставили на огонь там, или на электроплиту все равно, довели до кипения и сделали минимальный нагрев, чтобы вот эта вот температура только-только поддерживалась. После того, как вы час вот так подержали их, вы можете дополнительно их укутать и оставить до остывания. Ваш отвар будет мутный, желтого цвета, и это еще одно вещество, которое содержится в корках граната и придает желтый цвет раствору этому отвару. Вот оно тоже обладает фунгицидным эффектом. Чем более мутный отвар у вас получился, тем больше танниновых веществ в нем содержится, а значит, тем сильнее будет проявляться его антимикробная, антифунгальная активность. Затем получившийся отвар надо процедить, корочки оставшиеся отжать и довести объем получившегося отвара до 10 литров воды. После этого к отвару прибавить примерно 100 грамм натертого мыла хозяйственного, все это как следует вымешать, и можно использовать для опрыскивания всех растений, но особенно овощных растений, которые страдают от мучнистой росы, томаты и картофель от
Фитофторозой, конечно, как все природные средства, это лучше делать с целью профилактики, а не лечения. А также кладоспориоза и фузариоза. Кроме того, без добавления мыла, этим раствором очень хорошо поливать растения против корневых гнилей, а также с целью снижения уровня повреждения растений почвенными нематодами. Поскольку отдиагностировать нематоду в почве не так легко, не каждый сумеет это сделать, я вам просто рекомендую после посадки рассады или после появления всходов проливать этим раствором ваши растения, лук, капусту, огурцы обязательно, томаты обязательно надо проливать, вот эти все огородные растения. Примерно, ну сколько, какая доза? До обильного увлажнения почвы, чтобы корнеобитаемый слой как следует пропитался, чтобы эти вещества туда как следует проникли. Как часто вам надо это поливать, зависит от того, какие риски возникновения тех или иных инфекций у вас на участке. Если риски возникновения корневых гнилей высоки, то вам стоит использовать этот отвар хотя бы раз в 10-14 дней до минования критической фазы возникновения гнили. То есть до того, как стебель как следует укрепится, укоренится и войдет в нормальный, растение войдет в нормальный ритм плодоношения. Если же риски невелики, то это может быть и однократный обильный пролив. Этим же самым составом можно поливать также и рассаду. Это будет очень хорошо, но не очень часто, для того, чтобы избежать накопления высоких концентраций танинов в рассаде, в этой почве, поскольку она не промывается, это закрытый какой-то объем, для того, чтобы танины не достигли фитотоксичных концентраций. Что ж, надеюсь, наше средство вам поможет справиться с болезненными вредителями без применения дополнительных химических обработок, а только в комплексе с другими биологическими средствами борьбы, нехимическими средствами борьбы с болезнями и вредителями растений. А рецептов у нас на канале уже много и будут еще. Чтобы их не пропустить, подписывайтесь обязательно и будьте всегда в курсе наших новостей. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего!